Утро доброе, уважаемые гусеводы. Обзор своего гусятника. Наконец работы закончены. Как обещал. Вот такого формата. В прошлом году был построен сам гусятник. В любом случае вольеры нужны. Вольеры использовал щиты. Но это, как показала практика, не подходит для них. Гусятник в основном использовал материал профтрубу 20 на 40 и настойки 40 на 40. Я что имею в виду? Вот эти вот стоечки 40 на 40, это 20 на 40. Профлист, высота метр, пол. Так, высота метр, ширина, то есть длина получается 3 метра в этих щитов. Общая длина 10 метров. Ячейки здесь получается, сам гусятник 2 на 3. Соответственно, выгул тоже 2 на 3. Итого получается общая площадь 6 на 2. 6 на 2 получается. 5 отделов здесь у нас, как станки, отделы, как клетки назвать, как правильно. Кому как, в общем. Все это съемное. Вот таким образом все изготовлено. Щиты эти все снимаются. Кусок такой. Здесь тоже при необходимости можно снять, убрать. Здесь, соответственно, также. То есть трансформер, его можно как увеличить, допустим, сделать 2 на 4, можно сделать 2 на 6 метров, получается 6 в длину, 3 ширина, вот это 3 метра. Как я ранее говорил, сам гусятник тоже он в виде трансформера, он съемный у меня, то есть он, эти щиты все снимаются, также можно площадь увеличить, либо сократить по необходимости. Снаружная сторона сетка, чтобы было видно что да как. Перегородки обязательно глухие, как практика показывает, особенно племенной сезон. Гусаки начинают драться, застревают, получают увечья, это не есть хорошо. Тут тепличка старая стоит. Для весны, для гусят, осенью сейчас гусей там щипать, убирать. Запорное устройство. Вот она. Простой вариант. Как задвижка. То есть 3 в 1. То есть она и поддерживает, и является как ручка. Открыл. Все. Закрыл. Здесь вот такой этот стоит, как упор. То есть дальше она не уходит. Чем проще, тем лучше. Все. Сетка использовалась 25 на 25, оцинковка. Почему? Потому что не оцинковка, ржавеет и вид не такой. Ну, соответственно, металлоконструкция была покрашена. Во-первых, эстетика. Во-вторых, этот железо ржавеет. Вот, да, допустим, там вот внизу видно. Основание тоже металлическое, чтобы доски лежали и не гнили. Они не соприкасаются с землей. Если сейчас вот кому-то начнут искать какие-то нюансы. Ну, есть, наверное, да. Ну, вот такого формата у меня гусятник. Я не говорю, что он обязательно такой именно. У всех свои возможности. Как и материальные, как такие, как говорится, территория позволяет, не позволяет. У меня территория огромная, если видите, вон тут собачка, кустик лежит. Тут очень много места. Вот такого формата у меня получился гусятник с выгулом. Мое видение такое, не знаю кому как, конечно. Вот еще.
всем хорошего дня.